Всем большой привет! Сегодня будем готовить хрустящие малосольные огурцы. Кому понравится рецепт, прошу поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм небольших огурцов заливаем хорошо охлажденной водой и даем постоять 3-4 часа. Дальше готовим рассол. Высыпаем в кастрюлю 2 столовых ложки соли, 1 столовую ложку сахара, добавляем 15 горошин черного перца, 4 лавровых листа, 1 литр воды. Размешиваем и отправляем на огонь. Пока рассол закипает, складываем в другую кастрюлю огурцы. Дно выстилаем листиком хрена. Кладем веточку вишни с листьями, веточку смородины с листьями, 2-3 веточки укропа с зонтиком. Разрезаем 5 зубчиков чеснока, небольшой кусочек острого стручкового перца и выкладываем слой огурцов. Накрываем их листьями хрена, смородины, вишни, веточками укропа. Подрезаем еще чеснока и перца и снова кладем огурцы. Закипевший рассол провариваем 1-2 минуты и сразу заливаем им подготовленные огурчики. Жидкость должна полностью покрывать все огурцы. В зависимости от размера посуды рассола может понадобиться больше. Соответственно, количество соли и сахара увеличиваем пропорционально объему воды. Сверху накрываем огурцы оставшимися листьями, даем полностью остыть, а затем убираем в холодильник. Через 2 суток можно снимать пробу. Чем дольше огурчики будут находиться в рассоле, тем больше они просолятся. Вот и все. Очень вкусные малосольные огурцы готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.